перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Блять. Панч, на тебя смотрят люди, не надо. Не надо, Панч, пожалуйста. Пойдем, брат. Это и очень интересная трансляция будет. Привет, ребята. Здорово, пидор. Это мне написали. Я не пидор, я натурал. Ты рыжий пес, рыжий, все в тему, ха-ха. Че, как дела, пацаны? Идете завтра на 140 BPM? Или нахуй оно все пошло? Песиков любите? Песиков. Вот так и идем. Мне 25 лет. Я уже все. Отработанный материал. Ты не думал выкладывать видосы два раза в неделю? Ну, думал, ну подумал, что нахуй. О, господи, тебя в жопу ебали, реально? Это тебе прям так интересно, чувак? Ну вот, реально, хочешь знать? Нет, прикинь. Вот прикинь, реально. А выпить там можно? Я не знаю, в клубе, наверное, можно. Я айкос курил в клубе. А выглядишь на 16. Ну, не знаю. Может быть. Не надо кидать мне запросы на участие в моем прямом эфире. Я не буду общаться со всякими никтосами. Я общаюсь только со знаменитостями. Сейчас будет темно, парни. Кутак Баш, скажи. О, я знаю, это же мат какой-то, да, на каком-то? Я знаю, кэт на кутак. Это типа иди нахуй, на каком-то. Чё, как дела-то, ребят? Чё вы все какую-то фигню мне спрашиваете? Не, напишите, как у вас дела. Так, тихо, Панч, мне страшно. Мы идем в абсолютной темноте, ребят. На вид 18-19 рили. Бля, ну я на самом деле, честно, только вот недавно начал от этого кайфовать. Всегда меня смущало немножко, что я молодо выгляжу. А сейчас я думаю, да пошли все нахуй, реально. Мне и 30 лет будет, я буду выглядеть на 18. Вообще охуенно, мне очень повезло. Йоу-йоу-йоу, это Эдди Кингса. Подойдите к сцене, пиздец, как близко. Вы смотрите самые пиздатые сайферы. Я нормальный MC, а не рэпер Лиска. Слишком высоко взлетает наш лайнер. Вот-вот взорвем, поставили таймер. Тут самые техничные MC. И помните, ни слова о грайме. Франч, что такое? Нахуй Версус с его послушной толпой. Е-бой. Вон там я занимаюсь спортом, в этом здании. Всем привет, всем присоединившимся, всем привет. Вот, короче, завтра будет 140 BPM, будут отличные батлы, будет очень круто, я надеюсь. Не, я уверен в этом. Завтра будет прям пау-пау. Завтра Исла де Муэрта перечитает весь мир.
Не, на самом деле, если честно, реально, там, завтра пиздец, да хуя крутых чуваков, на которых я очень рассчитывал изначально в сезоне. А вы-то уже, наверное, похоронили, да, второй сезон. Так, Эдик, есть ли шанс увидеть Чейни в качестве участника на мейн-эвенте? Да, конечно, слушай, говорили с ним об этом. Вот, и просто нужен соперник интересный, понимаете? Я с Бишкека, сейчас вышли с концерта Фундука, пиздец, хуйня полная, отправь самый техничный МС к нам, пусть дадут. Блин, ну до Бишкека, может быть, когда-нибудь доедем. Эдик, добавь в друзья, я тебе тосики скину. Блин, слушай, а вдруг у тебя... Ну, я, типа, не хочу добавлять. Просто так, понял? Если ты скинь в группу мне ВКонтакте, если норм биты, то, конечно, давай там общаться. А то мне часто скидывают, ну, биты начинающие чуваки. Я сам тоже вот пробовал писать биты. Вот я на таком же уровне. Мне, блядь, планч, сука. Вот. Вот какой красивый район, жалко, у меня камера плохая. А, блядь, еще в палец. Вот, это бассейка. Вообще обожаю свой район. А, нахуй всех этот сезон только стартанули же. Да не, нормально, в принципе, все справедливо. А батлы, как бы, я бы не сказал, что уебищные, ну, такие средненькие. Вот, а типа средненькая для такой планки, которую мы изначально задали прошлыми нашими батлами, то, конечно, типа, сейчас все хуесосят это. Но, короче, все будет чики-пуки. Эдик, господи, блядь, ну что же реально, у тебя проблемы какие-то с этим? Так. Storm Beats. А, так, чувак, я тебя знаю. Ты у меня разве не в друзьях? Так. Йоу. Вы уже отбатлили, Эдик? В плане, кто отбатлил? А, я не батлил. Я уже 100 лет не батлил. Игры весна и пить и выйдет? Да, выйдет, но не скоро. Сейчас будет, короче, сейчас я пройду, и это люди идут, я боюсь. Короче, игры весна и пить и выйдут обязательно, но сейчас будет пару недель, наверное, пару-тройку. Перерыв, короче, в выпусках, вот. А потом, ну, потом посмотрим, короче, увидите, но... Пити и Нигарекс, а.к.а. Игорь Весна, скорее всего, выйдет. Слушай, я думал сам принять участие на мейне. Блин, да фиг знает на самом деле. Это тоже все зависит. Если вот был бы какой-нибудь соперник интересный. А так вообще хотелось, уже давно хочется снова без бита забатлить акапельно, типа. Было бы вообще охуенно. Вот, просто... Батлы под биты — это тоже такое, это, конечно, круто, вот, но это пиздец в плане творческого полета мысли достаточно сильно сковывает, вот. А в батлах под биты там вообще абсолютная свобода. OG Lifestyle. О, сегодня, короче, слушайте, панч придумал. А, боже, мэн, какой хороший день, солнце сияет так, будто оно из OG Gang. Че, круто реально? Панч. Сыса, заебись было, часто пересматривал. Спасибо, мальчик. Волнуюсь за Кукиша больше, чем за себя. Да не волнуйся, он уже опытный батл МС. Диктатор будет батлить? Когда-нибудь. По-любому. Почему перерыв? Завтра же вторая встреча. Батл достаточно будет, чтобы постить. Ну, хочется... Слушайте, будет перерыв, короче, не вдавайтесь в подробности. Буквально пару недель и снова все запустим. Я не успеваю уже читать, чуваки. Эти сбивки чуваков отбор будете вырезать? Ну, а как вы думаете? Вот сейчас вышли батлы, вы видели сбивки прям такие откровенные, уебищные? Как думаете, мы их вырезаем или нет? Убил, е. А, вам понравился панч? Круто. У меня просто как будто сообщение, то ли задержка приходит. Но это нормально, да, типа для Инстаграма? Эдик, почему Тилса не взял? Куда? Он же не подавал заявки. Йоу, очнись, мэн. Так. Вот такие вот дела, пацаны. Если что, вспомню еще какой-нибудь панч. Обязательно вам прочитаю. Вот. Почему не даешь шанс Дису раунду? Блин, во-первых, ему уже давали шанс. Вот. А во-вторых, слушайте, Дису раунд хороший МС. Вот. Просто типа заявка. Вам может не вкатывать мое мнение, вот, но мне не понравилась заявка. Ну, то есть, ничего особенного, он меня не удивил.
прошлой заявке как будто лучше намного было. Так, сейчас я через дорогу перейду, я просто боюсь всего. Мне очень страшно. Вот, но респект, респект Никитосу. Мне очень нравится его куплет совместно с Шумом, ну, на микстейпе. Тебя же так же нашли. Так я знаю, как я. Ага. Эдик, а где сосать, чтобы ты в друзья добавил? А, блин, чувак, ну очень милый вопрос. Он покруче вайба на первом сезоне был? Ну, не знаю, в батле победил Vibe Hunter тогда и по голосованию, и там по как-то общему мнению. Согласись, Эдик, первый отбор прям в резы лучше. Шум, Кило, Диктатор, там же мясо было, их не переплюнуть. Давайте не будем делать выводы, пока не пройдет второе мероприятие, которое пройдет уже, блядь, завтра. Вот. А после этого мы уже скажем. А вдруг там будут, прикиньте, вот реально, будут такие батлы, которые намного круче, чем батлы с первого отбора первого сезона, понимаете? Вот прикиньте, они прям перекроют, блядь. А вы уже, типа, хуй, ну, кладете на проект, типа, все, пизда. Выложили три батла. Вы меня, ребята, обижаете. Не обижайте, пожалуйста. Эдик, респект тебе, уважаю твой выбор и не понимаю любовь, в которой вечно осуждает тебя за второй сезон. Респект тебе, братишка. Здравствуйте. Шум будет на мейн-ивентах? Ну, когда-нибудь, очевидно, ему же надо, типа, на мейн-ивент залетать на 40 BPM. С первым вариантом будешь все батл выкладывать? Слушайте, не все, чуваки, извините. Валентин, Базука, респект. А будет победитель первого сезона против второго батлить? Ну, возможно, да, интересно было бы. А как относится к конфе от BBC, что Гнойн якобы продался 2 ляма? Ну, слушайте, не знаю, я это не хочу говорить про это. Я готов, Рил, ты же пизда, ты очень, если добавишь хасл, скупишь, съем, ёпта. Я устал, короче, ваши сообщения читать. Слушайте, я подошел, куда мне надо было. Вот. Все, всем спасибо за трансляцию. Всех люблю, всех целую.